Вот оно, ведьмино дерево. А это проклятый дом. Это он самый. Нас привела туда собака. Катарин, что ты скажешь по этому поводу? Может быть, Дима Масленников приедет к нам сюда, посмотрит вот этот дом. Это ведьмин дом. Мы сегодня находимся в поселке Инжавино, Тамбовской области. И это реальный дом, в котором жила когда-то ведьма. Вот ведьмино дерево. Ставьте хэштеги. Приходите с нами на этот объект интересный. Заказывайте экскурсии на заброшку.